хотеть с сайта еда тире народа и на этот раз я хочу показать, как пожарить вкусные еды. Ах, какие они красавцы. Грибы. Эти грибы — это самое, что ни на есть грузди. Посолить грузди. Аж порядка, как они парят. Посолив грузди и отстоявшись целых месяц, еще несколько дней, приходится искать новые изыскания. Так, похоже, линза маленько запотела, и есть необходимость ее протереть. Протираем линзу. И о! Вот они какие красавцы получились. Пришлось их пожарить. Достать, отварить, пожарить. Когда я их беру на пробу, это просто какое-то заплетение. Никогда не думал, что сырые грузди могут быть такими вкусными. Приглашаю вас на сайт еда-народов, где более подробно расскажу, как приготовить вкусные жареные грузди. Мои наилучшие пожелания. Чуть не забыл сказать. Здесь всего лишь использована соль и никаких приправ. Почему? Для начала в поварском искусстве нужно узнать истинный вкус продукта, а затем уже регулировать его вкусовые качества. Прошу обратить на это ваше внимание. Жду вас узнавать новые рецепты на сайте еда-народов.